Я сначала массажем работала. Какие виды массажа освоили? Нет. Я только дрочу. А потом стриптиз прошла. Танцуете? Я уставала быстро. Потом в порно. Что практикуете? Да там последняя съемка была гэнг на 10. После 5-го жопа отвалилась. В общем, анал не могу. Точить могу. Мы вам перезвоним. Очень бы хотелось 2 выходных. Воскресенье и понедельник. Ну и рабочий день, но выезд. Не больше 6 часов. А медицинское страхование у вас только для работников? Или члены семьи тоже могут? Мы принимаем только женщин. Так я для жены ищу. Ипотека. А жена сама не может прийти? Лучше я. Ее кидают. Агентство один раз отправило на выезд, отвезли в лес, трахали вдвоем и деньги забрали. А менеджер отказался компенсировать. Говорит, мол, докажи, что деньги отжали. А как докажешь? Камеры-то нет. И сколько вы хотите за вашу девственность? 35 тысяч. Долларов. Я знаю расценки. То есть вы отдадите свой первый раз старому дряблому клоуну с непомерным ЧСВ и маленьким членом? Продам. А сколько раз уже продавал? Вы за кого мне принимаете? За профессиональную девственницу. У меня справка есть. Белая, пушистая, ненюханный цветочек. Ни капли в рот, ни сантиметр в жопу. То есть ты думаешь, что ты можешь меня обмануть? У меня отлично получается играть. Я профессионалка, всегда прокатывает. Даже операция не нужна. Охотно верю. Только играть нужно с клиентом, а не с менеджером. Иначе можно оказаться замкадом в разных пакетах. Мы вам позвоним.